С начала этого года в Костанае пресечено более 200 наркопреступлений. Полицейские изъяли у злоумышленников порядка 5 килограмм синтетических средств. Для предупреждения таких случаев сотрудники правоохранительных органов проводят профилактические мероприятия, а к обыску и изъятию привлекают служебных собак. Подробнее о том, как в регионе борются с наркопреступностью, в сюжете моих коллег. Одно из ценных качеств называют кинологи – это поиск любых наркотических средств. Бельгийская овчарка – одна из самых результативных. В числе последних трофеев – более 100 грамм наркотиков. Департаментом экономических расследований по Костанайской области агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан ведется постоянная планомерная работа по поиску и выявлению контрабанды наркотических средств, а также незаконного оборота, также с помощью служебно-ростной собаки. На балансе департамента экономических расследований состоит одна служебно-ростная собака породы бельгийская овчарка по кличке Патрик. Она обучена на все виды наркотических средств, синтетической, полусинтетической, а также растительной группы. Данная собака используется при поиске наркотических средств, при досмотре багажа и ручной клади международных авиарейсов в аэропорту города Костанай, а также международных почтовых отправлений. Почти 5 лет назад кинологический центр ввели в состав службы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. С тех пор раскрываемость растет с каждым годом. В прошлом году собаки нашли 7 килограммов наркотиков, а в этом почти 11 килограмм. У нас в Республике Казахстан имеется 3 крупных почтовых хаба. Это в Алмате, в Астане и в городе Актюбинск. Оттуда уже почта приходит по областям. И здесь мы уже с помощью служебно-ростной собаки осматриваем посылки, бандероли, письма на предмет пересылки наркотических средств. Данная тенденция сейчас очень актуальна, так как большинство наркотических средств посредством международных почтовых отправлений пересылается с дальнего зарубежья, из таких стран, как США, Польша, Таиланд и так далее. В течение года полицейские проводят и профилактические мероприятия. Активно задействованы в этом и волонтеры. Активисты регулярно выходят в рейды по закрашиванию наркотических граффити. На сегодняшний день зарегистрировано 273 наркоправонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств, из которых это 67 фактов сбыта наркотиков, 16 фактов хранения в особо крупном, 31 факт контрабанды. За истекший период задержано 58 лиц за наркопреступления. Из них водворено 23 лица по статье 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Всего из незаконного оборота изъято более 202 килограмм различных наркотических средств, из которых это более 63 килограмм марихуаны, около 5 килограмм гашиша и 4,5 килограмма – это новые синтетические наркотические средства. Всего в регионе выявлено более 200 правонарушений в сфере наркопреступности, более 60 из которых – сбыт запрещенных веществ. С начала года полицейскими задержано более 50 подозреваемых. Борьба с наркопреступностью продолжается. Айнура Муканова, Кадырали Ахмедбеков, телеканал Костанай.